Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов в магазине Метро. Заказывала я туда через Сбермаркет. И делала заказ я ради рыбы. Вот. Ну а дальше уже все очень нужно и полезно. Такая, знаете, получалась достаточно большая закупка. Я сейчас все разберу, и нам, в принципе, достаточно надолго мясных, по крайней мере, продуктов хватит. Чек будет, как всегда, в конце видео, но давайте покажу закупку. Так, ну что, вот такое вот у меня количество получилось. Я все-таки буду в Метро периодически заказывать, потому что цены там по итогу получаются получше. Девчули мои все проверяют, как всегда. Очень мясо, но для них тут тоже много чего есть. Так, давайте начнем как раз с рыбы. Заказала треска. Но здесь не 3 килограмма, здесь сколько-то 2,8, по-моему, ну что-то такое. Филе без кожи можно, ну, в общем, у меня много куда может пойти, на котлетки и так просто в панировочных сухариках пожарить и запеканочку какую-то сделать, в общем, супер. Дальше скумбрию. Купила две упаковки, здесь две штучки в упаковке. Вот, вот этой Метро Шеф. Очень хорошая рыба, мне очень нравится. И горбуша, филе на коже. Тоже что-нибудь из нее вкусное сделаю обязательно. Да. Дальше. Это все, в принципе, мне в запасы. Крабовые палочки вот такие купила. Купила тоже немножко своих балую. Вот такие наггетсы. Хотя я и сама тоже делаю. И вот такие вот у меня любят. Они были по акции. Я купила 4 упаковки. И также купила, ну вот это мои просто любят, вот такие горячие штучки. Они тоже были по акции с ветчиной и сыром. И вот такие вот с фаршем, по-моему, да? Вот. Себе также в запасы пельмешки. Это вареники. Кстати, они очень вкусные. С картофелем и зеленью. Есть еще с лисичками вкусные. Пельмешки, вот эта сибирская коллекция, и вот такие Мираторг фермерские, тоже, кстати, Мираторг и сибирская коллекция, очень вкусные. Яйца отборные, здесь 20 штук в упаковке, по-моему, я не нашла, что было 30 штук, я вот это не помню уже, если честно. Дальше я купила черкизово, вот такие, целую большую упаковку, я же говорила, что я их храню в морозилке. И потом на пиццу или на что-то, на соляночку, там еще что-то, да, на сосиски в тесте, отлично. Это я купила девчонкам своим собакам, хотя у меня и кот тоже, мейкун, который ест сердечки куриные. Печень это я нам пожарю, печенку куриную, и желудки куриные это девчонкам моим. Также я купила большую упаковку филе грудки. Она не замороженная, она, видите, свежая. Вот, тоже ее разберу, но всякое-всякое будет супер. Дальше, газированную воду, 3 бутылки для домашних лимонадов. Но это тоже немножко побаловать. Лимонадик вот такой и вот такой какой-то, с соком лимона и лайма. Масло Слобода купила, большую упаковку сыра. Вообще там очень выгодно большими упаковками покупать, поэтому, да. Сливки 20%, масло кусочек 1000 озер и, ой, правда, с лисичками. Да, вот такой вот сыр Виола с лисичками. Я, правда, хотела обычный, но заказала с лисичками, ну ладно. А, еще вот из колбаски вот эту пепперони взяла. Правда, не большую упаковку, а вот она, получается, поменьше. Здесь 500 грамм. Ну, ничего, нам тоже пойдет. Я тоже говорила много раз, тоже замораживаю. Очень хорошо какую-нибудь солянку или на пиццу. Вообще супер. Так, кетчуп томатный, шашлычный и майонез еще взяла. Здесь у меня такая большая упаковка Макфа «Гнезда». Тоже делаю какую-нибудь запеканочку макаронную. Мука Макфа. Она мне, кстати, нравится. И купила разрыхлитель теста и ванилин. Вот такой. Кстати, вот эта марка очень мне нравится. Вот этой марки. Так, дальше еще купила вот эти. Я не помню, как они называются. Да, вот эти трубочки, чтобы их фаршировать. Тоже на запеканочку. Как раз и сливки взяла.
Вот, будет супер. И листы для лазаньи тоже хочу сделать. Какую-нибудь лазанью, что-нибудь придумаю. Увидела вот такие, смотрите, макарошки. Томатные, прикольно. Сразу с кетчупом, да, наверное. Вот, решила взять попробовать. Также взяла фасоль. Я ее люблю делать с... Неважно, какую, белую, красную. Я ее люблю делать с овощами. И вот такую чечевицу, как раз для супов и гарниров. Она очень вкусная, вот эта марки Мистраль. Вообще крупа мне очень нравится. Также тут немножко овощей, баклажаны, красный лучок для салатиков, обычный лук. Про свой лук я уже показывала, рассказывала в предыдущем видео, да. Здесь картошка вот такая. И... немножко из бытовой химии, скажем так, ну не из бытового, из бытового, да, туалетную бумагу, кстати, по-моему, никогда я не заказывала вот этой марки, не знаю, посмотрим. Вот такие бумажные полотенца, люблю большие вот эти вот рулоны, потому что надольше, мне кажется, хватает их. Вот такие фамилии, они в фикс-прайсе еще продаются. И, конечно же, своим хвостатиком. Очень выгодно там покупать вот такую большую упаковку шеба. Правда, получается, у меня один только вкус. Индейка, морковь. Но ничего страшного, да. И, конечно же, еще Джуси с Боной, собачкам своим, купила вот такие пакеты. Тут у меня что-то с говядиной, да. Вот такие. И еще, кстати, взяла попробовать вот такой наполнитель для кошачьих туалетов, комкующийся, 10 литров. Вот этой марки не пробовала ни разу. Ну, попробуем. Вот. Так что вот такая вот у меня получилась. Такой у меня получился заказ. Рыбы нам хватит надолго. Филе тоже надолго. Ну, потом просто съезжу, докуплю там свининку, говядинку, что-нибудь такое. И все. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. И давайте покажу вам чек. Thank you.